Здравствуйте, меня зовут Нечаев Анатолий, и я вас приглашаю на занятие ТРИС для детей и взрослых. Что же такое ТРИС? ТРИС – это уникальный инструмент для развития мышления и решения творческих и социальных задач. Главное отличие ТРИЗовского мышления – это сознательное управление процессом и алгоритмом мышления, встречи на креативных практиках и уроках по ТРИЗу. До свидания.